Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про популярные материалы для кухонных гарнитуров на примере итальянских моделей. И сегодня вы узнаете о таком интересном варианте, как фасады из стекла. На самом деле фасады из стекла бывают рамочные и безрамочные. Но итальянцы уже давно отказались от фасадов в алюминиевых рамах, потому что ДСП с наклеенным стеклом смотрится изящно и эстетично. При этом само стекло может быть как матовым, так и глянцевым. И цвета можно использовать практически любые, что дает широкие возможности для интерьерного дизайна. В мебельном производстве используются 4 вида стекла. Стандартное, стекло с ламинированной пленкой, триплекс и закаленное. Так вот, итальянцы предпочитают именно закаленное стекло, потому что оно не бьется и при этом с высокой износостойкостью. Итальянский дизайнер Михаил Янг разработал интересную концепцию Tetrix, где необычно сочетаются формы и цвета стеклянных фасадов. При этом он добавил оригинальное членение на больших фасадах, что стало возможным только благодаря использованию стекла. Открытые и закрытые полки этой кухни напоминают нам большой Tetrix. При этом некоторые элементы его коллекции позволяют прекрасно зонировать пространство. И напоследок. Выбирая кухню из стекла, помните, что на матовом не остается отпечатков пальцев, а глянцевое визуально расширяет пространство.